Так, ноутбук Lenovo в идеальном состоянии. Потертости по корпусу нет, царапин нет, видимых дефектов не обнаружено. Сейчас с вами проверим также битые пиксели, но при этом, что сейчас я вам покажу. Но... Так, болты не кручены, все нормально. Так, 20-й год, вот точная модель. Так, битые пиксели. Ну, на мониторе нет битых пикселей, это видно. Это просто грязь. Монитор, экран в идеальном состоянии, то есть... Открой, пожалуйста. Да вот так постучать. Так, далее. Вот кристалл диск. Все хорошо. Сейчас проверим износ аккумулятора. Так, в комплекте у нас вот это, зарядка и доп. Пакетик какой-то. Так, по поводу клавиш, то есть клавиши все нажимаются четко, нет никаких залипаний, не хрустит, все отлично просто. Ну, видно, что, короче, ноутбук в идеальном состоянии, то есть тут все хорошо.